Главный складской комплекс для подготовки грузов к авиационным перевозкам открыли в районе аэропорта Шереметьево. Транспортная компания позволит трудоустроить более 100 местных жителей, отметил муниципальный депутат Артур Каримов. От депутатского корпуса мы благодарны таким предпринимателям, которые предоставляют рабочие места нашим жителям. В Шереметьево живет тоже огромное количество тех жителей, которые когда-то нуждались в этих местах. Предприятие построили за 1,5 года при содействии Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и администрации города. Нам необходима была определенная инфраструктура, коммуникация. Нам оказали здесь поддержку, плюс нам предоставили право и рассказали, как воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Мы это сейчас применяем. То есть поддержка значительная. Площадь предприятия более 6000 квадратных метров. Здесь используют современное упаковочное оборудование, погрузочную технику. В ближайшее время заработают холодильные камеры для медикаментов и вакцин. Компания занимается перевозкой, в том числе и продуктов питания за границу. Набор сотрудников уже ведут.